Президент России Владимир Путин принял участие в открытии социальных объектов образования в Дагестане. В режиме видеоконференции глава государства поздравил всех участников церемонии с Днем знаний и поблагодарил местные власти за проделанную работу. В Дагестане завершилось строительство 37 социальных объектов, 36 из которых были возведены военными строителями. Особо отмечу, что новые школы, детские сады и ясли оснащаются современным оборудованием и техникой. Удобными и комфортными помещениями, игровыми, спортивными площадками для занятий и отдыха детей. Знаю, что сейчас Минобороны возводит в любимом мною Дагестане еще 37 социальных объектов, из которых 27 будут сданы до конца этого года. Президент также отметил усилия военных строителей в борьбе с коронавирусом, которые позволили оперативно возвести десятки новых медицинских центров. В свою очередь, исполняющий обязанности главы республики Сергей Меликов поблагодарил руководство за внимание к образованию в регионе и повышению его качества. Так в республике открыли 20 новых объектов образования, из которых 13 детских садов и 7 школ. В РИО главы Дагестана заявил, что до конца года у нас откроют еще 24 подобных объектов. До конца текущего года в Дагестане планируется открыть еще 51 объект, из которого 27 будут возведены силами Министерства обороны. Действительно справедливо отмечено, что несмотря на проблемы, это пандемия, подорожание строительных материалов, особенности строительства в горных районах, сейсмическая ситуация, другие особенности республики оказывают влияние на темпы строительства объектов. Но при этом военные строители выбирают абсолютно правильное решение, осознавая то, что необходимо качество объектов, которые в последующем будут переданы муниципалитетам. Отмечу, на прямой линии с президентом России были представители города Махачкалы, Хасавюртовского, Дербентского, Казбековского и Кизилюртовского районов.